Взялись мы за дело рьяно. С юношеской развязностью объявили войну всему захолустному убожеству. Центральными вещами мы наметили Нагорную проповедь на западной стене, хождение по водам на южной, Христос и грешница на северной и парусных евангелистов. Евангелисты Нагорные достались мне. Хождение по водам Уткину. Ну а самая поэтичная композиция о женском равноправии Кузнецову. Работали, работали с большим подъемом и увлечением. Хвалынский край – это тот край, который притягивает к себе. И не напрасно сегодня встретились великие земляки. На этой сцене художники Борисов Мусатов, Кузнецов, Петров Водкин, которые родила земля саратовская. И надо сказать, что не напрасно с легкой руки нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина вот это мероприятие проходит уже третий год. И я уверен в том, что это будет на многое лето. Хвалынская земля стала художественной меккой на этот период. Именно в Хвалынске есть специалисты, очень серьезные специалисты, изучающие творчество Кузьмы Сергеевича, у которых буквально установилась космическая связь с художником. Им есть что передать, что сказать молодым начинающим. Сейчас вот уже третий, будем говорить, фестиваль проходит. Ленин-Хвалынские этюды, Хвалынские пленэры. Нам принципиально важно, что именно этим добиться, как говорится. Да, или для чего это вообще нужно. Ведь именно Хвалынская земля, это еще раз, не только Петров Водкин художник, она имеет именно хорошее поколение здесь художников, да, именно своя Хвалынская школа, не только, как говорят, Саратовская школа, а именно Хвалынская школа. Это первое. Второе, и сегодня продолжение современной хорошей школы искусств, хороших преподавателей, много детей, очень талантливых, которые сегодня отличаются на конкурсах и просто пишут картины, тоже как бы такая преемственность прослеживается. Но наша задача, чтобы именно начинающие, молодые, одаренные дети соприкасались с профессионалами. Неделю проживания здесь, работая, каждый там на своей работе, да, ну, именно когда приходит к большому мастеру и может посоветоваться, или мастер проводит мастер-класс, вот эта коммуникация принципиально важна, чтобы сохранить вот эту школу, как в таком маленьком городке Хвалынск, так в целом Саратовская область. Вот это главная была идея и задумка, и сегодняшняя реализация. И наша задача вот эту традицию сохранить и каждый год сделать ее настолько еще интереснее, чтобы именно интерес, чтобы отбор, чтобы как поощрение было поехать вот на такие встречи, на такие пленэры.